Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня я вам хочу рассказать про новинки из каталога Oriflame. Это новая детская серия для совсем маленьких деток, которые мы называем грудные детишки. Если вы замечали, то когда мы трогаем кожу ребенка, она очень сильно отличается от нашей кожи. Она как будто, вы знаете, такая мягенькая, как тесто, такая пушистенькая, я ее называю. И вот, честное слово, я бы перецеловала все попки маленьких детишек, потому что они такие хорошенькие, вот этих маленькие лапочки, ручки, и все такое нежненькое. Соответственно, и забота о детях, она сильно отличается от того ухода, который предлагаем мы уже взрослым людям со сформировавшейся кожей. Поэтому, когда вышла новая серия, то у меня просто девчонки, у которых есть малыши, они просто визжали. Вот и все, кому я говорила, все очень сильно радовались. Особенно я удивилась. Почему я удивилась? Потому что у меня нет малышей таких маленьких, и даже вот у близких таких вот людей тоже нет малышей. И когда мне рассказали, какие цены на аналогичную продукцию девчонки платят, я была в шоке, что цена в 3-4 раза дороже, чем в каталоге Oriflame. Ну, давайте расскажу о самой серии. Всего 3 продукта. У меня только 2, и начну я с того, которого у меня нет. Это шампунь для волос и тела. Серия называется Baby O. Мне так нравится называть ее Baby O. Такое милое название, и самое главное, что его легко выговаривать. Так вот, по поводу шампуня, он, естественно, без слез, он очень мягенький, нежненький, и мы можем искупать целиком ребеночка, то есть и волосы, и тело, и будет очень хорошо. Серия гипоаллергенная, основной компонент — это масло шведского овса, то есть оно будет хорошо увлажнять и питать. Что мне понравилось в шампуне, я вот вам его покажу, он с дозатором. Это просто замечательно, потому что у мамы ручки заняты все время, она должна держать и малыша, и еще флакон как-то наливать шампунь. Очень удобно одним нажатием выдавить себе необходимое количество шампуня и искупать малыша. Следующий продукт, давайте посмотрим, это масло. Ну, во-первых, упаковка, как все красиво сделано, такая детская тематика, но при том, что она выглядит очень солидно, просто приятно взять в руки эту коробочку. Так, а сам флакончик в чистейших нежных оттенках, белый с розовым, как я просто люблю. Итак, это масло для тела. Кстати, я знаю, что многие девушки любят использовать детские масла для ухода, особенно у кого чувствительная кожа. Вот большинство девчонок так и делают, они покупают себе детскую серию и после душа увлажняют кожу такими маслами. Обращаю внимание на крышечку, какая она клевая. Просто раз — и все, открыли, закрыли. Здесь есть маленькая дырочка, через которую мы выдавливаем капельку масла. Вот так вот я его выдавливаю. Вот у меня даже 3 получилось. Я не жадничаю, потому что у меня кожа рук очень сухая, и я как раз кремом давно не мазалась. Я, смотрите, что делаю, я так ручки мажу и посмотрю, как быстро оно впитается, это маслице. Я не чувствую аромата, и, наверное, его просто нет. Легкое-легкое, вот что-то все-таки звучит, но никаких отдушек. То есть вы не думаете, что ваш ребенок будет пахнуть как ведерко с персиками там, да, или арбузик. Нет. Малышам лучше никаких ароматических отдушек не добавлять. Это очень грамотно. Итак, первое маслице протестировали. Вот я его прям нанесла, и оно сразу не липкое абсолютно, то есть оно не чувствуется, оно не тяжелое на коже, потому что бывают масла, которые как бы давят, да. Кстати, вот бывает такое масло для массажа, например, оно будет очень сильно давить. Кстати, маленьким детям часто делают массаж, поэтому это масло можно будет использовать для массажа. Значит, оно замечательное. Я немножечко с ним посижу и посмотрю, как быстро оно будет впитываться. Так, следующий продукт — это бальзам. Детский многофункциональный бальзам. Он просто потрясающий. Баночка 75 миллилитров, тоже зеленый уже оттенок используется с белым. И сам бальзам невероятный просто. Он
как суфле, пружинит. То есть оно такое интересное по консистенции. Я сейчас возьму небольшое количество и нанесу куда-то вот на место, где маслом не мазала, нанесу на руку бальзамчик. И хочется нанести на кутикулу заодно, потому что сухие местечки, то есть все, что нужно увлажнить, напитать, мы вот будем использовать этот бальзам. Кстати, также можно использовать и мамочки. А очень часто у беременных, у кормящих бывает аллергия на все подряд, поэтому вот эта серия, я думаю, будет уже востребована еще до того, как малыш появится на свет. Поэтому, девочки, кто в положении, в интересном, обратите внимание на эту серию. Очень приятный бальзамчик, то есть это не бальзам, как мы, например, как если сравнить со смягчающим средством, да, такое жирненькое, питательное, а он такой легенький, приятный. У меня есть ощущение какой-то прохлады, но, скорее всего, потому что жарко, а я нанесла небольшое количество бальзама. Очень приятно и очень классно. Вот это суфле меня просто поразило наповал, какое оно классное. Самое главное, когда вы будете делать заказ, обратите внимание, что интересное предложение есть при покупке трех продуктов. То есть вы можете взять любые три, не обязательно разные. Может быть, вам нужно два бальзама и одно масло, или шампунь две штуки, а может быть три. То есть три продукта, когда вы заказываете, вам нужно будет потом указать промокод 520-208 на страничке 97. И тут есть подробные условия акции, читайте, посмотрите. То есть и тогда вы сможете участвовать в розыгрыше, здесь будут призы, сертификаты, все такое полезное как раз вот для малышей. Поэтому если уж вам нужны эти товары, во-первых, три продукта будут стоить всего 999 рублей, так еще промокод укажете, и может быть вам повезет, и вы станете обладательницей какого-то классного приза. Вот, в общем-то, все вам рассказала, что хотела. Благодарю вас за внимание, желаю вам чудесных мягеньких, пухленьких малышей, всем, кто хочет, а у кого они уже есть, чтобы они у вас были просто кайфушными и кайфовали от новых продуктов Oriflame. Всего вам доброго, пока-пока. Молодчина.